Фасоль предварительно нужно замочить и убрать в холодное, ну или прохладное место на ночь. У нас фасоль стояла всю ночь в холодильнике. После этого фасоль следует хорошо промыть. И потом уже можно будет варить. Вот можно видеть, фасоль набухла. Варить фасоль будем до мягкого состояния. Наливаем водички так, чтобы ее было больше, чем фасоли. И все, ставим на медленный огонь вариться. После того, как фасоль у нас практически приготовилась, мы сливаем воду и заливаем протертым томатом. У нас он сырой, но можно также использовать томатную пасту или готовый домашний томатный кетчуп, соус. В общем, все, что у вас имеется. Заливаем, чтобы томат чуть-чуть скрывал фасольку. Теперь будем варить уже до готовности фасоли. В процессе добавим специи. Когда томат немножко варится, добавляем сахар и соль. Лучше всего это делать по вкусу, потому что помидоры у всех разные. У кого-то более сладкие, у кого-то кислые. Готовую фасоль мы разливаем по стерилизованным банкам уже. Предварительно в каждую банку добавляем по столовые ложки уксуса. Это у нас получается на пол-литровую банку. Уксус 9%. Ну а теперь готовую горячую фасоль. Она у нас получилась довольно густая. Раскладываем по банкам. Банку закатываем, оставляем остывать. Все, в общем, как обычно. И хранить такую фасоль лучше всего в прохладном месте.